На улице Оптиков дама сбила школьника. Мальчик 13 лет шел по пешеходному переходу. Рядом с собой катил самокат. Его мать была немного впереди. Ее автоледи пропустила, а вот ребенка на зебре почему-то не увидела. Школьника увезли в больницу. Известно, что в этом году у дамы уже был штраф именно за то, что она не пропустила пешехода.